Заканчиваю свой рабочий день. Сейчас придет бараха и пойдем заниматься в зал. Немного подкачаем свои бицепсы. Вот пришел бараха. Сейчас пойдем. Куда, бараха? Мы пойдем с тобой. Пойдем. Рука накадывает. Нам с барахой дали даже специальную раздевалку, где хранится кимоно, тут весь инструмент спортивный, все как надо, все видеть бич, все для наставских парней. Зал, где мы тренируемся. Вот он, малыш. Пришли с барахой пораньше, сегодня начнем с разминки. И потом начнем свои основные упражнения. Nines are ringing like little vocal singers. These bitch ass rappers, they get the middle finger. Legendary footsteps on a live stage. Bumping this motherfucker lock off of my cage. My age, my rage says strikes against me. Fuck you, your opinion made me independent. Better be careful what you say, cause you might offend me. Knowing the next show you do, I'll be there to end it. Not portable, recordable. Неделю назад он не умел ни одного раза подтягиваться. По дедовской методике. Регистрируйтесь, подписывайтесь к Димону на странице, он расскажет, как вам как научиться подтягиваться за неделю. Вот это мужчина. Всем привет! Сегодня я приехал в Гродно, привез родителей на свадьбу, отвез, встретил Кирилла в магаза и зарулили сразу к пацанам на квартиру. Тут оказался Дениска, а Дениска купил себе тачку недавно, аудюк, бочку 80. И сейчас мы идем оценить его тачку. А вот и тачка на прокачку. Дениски, что ты, Дениска, таскаешь про свою машину? Audi 80, B3, 89, 1.6 турбодизель. Короче, гонит нормально. А сколько такую купить можно сейчас? Я покупал за штука 100. Как тебе тачка, Дениски? Бля, прикольная. Я не знаю, не разбираюсь. Классная, я вгонял. Попробую завести машину. Надо, чтобы что-нибудь гасло или нет? Надо эту, прогреть, она может не заведется. А, окей, так. Давай. Попытка номер два. Чувствуете эту мощь? 1.6 турбодизель. Ништяк. Давай еще ногой. Отлично. Стеклопакет, все дела. Стеклопакет? Это так называется? К нам в гости пришла Лера. Лера, привет. Нет, сука, нет, сука, нет больше боли. Нет, сука, не идут больше слезы. Нет, сука, оставь меня в покое. Я еще думаю о тебе, а я для тебя в прошлом. Нет, сука, нет больше боли. Нет, сука, не идут больше слезы. Нет, сука, оставь меня в покое. Как же я тебя любил, и теперь не тебе похуй. Вот и завершился наш вечер. Продуктивный день. Мы сделали очень много, прорекламировали кофе, покатались на велосипеде, встретили много новых друзей. Круто. И даже продали. Кофе. Да. Одну пачку. Все, класс. Пока. Всем привет. Вот таким вот морозным утром меня встретил этот день. Я тут Гродно. Сегодня должен получиться большой, интересный, продуктивный день. Встречает меня Кирилл, поедем с ним вместе в Гродно.
Вот я и снова на Гровенде. Приехал взять еще килограмм кофе, а именно Грандбара. Сейчас пойду помолю кофе, поеду встречусь с Кристиной и с Вовой. Сейчас вам покажу, как я молю кофе. Для этого мне понадобится кофемолка. У нас это гадже, само кофе, Грандбар килограмма, стаканчик вот такой и весы. Итак, кофемолку подключили, берем наш стаканчик, включаем весы, ставим стаканчик, сводим весы на ноль и насыпаем наш кофе, ровно 100 грамм. Насыпали кофе. Теперь засыпаем его в кофемолку. И включаем. Процесс пошел. Насыпали кофе и высыпаем его теперь вот в этот наш стаканчик. И засыпаем кофе в упаковку. Вот, намолол кофе, 10 пачек. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите наши новые видео. Всем пока!